Программное обеспечение Лига Basic с заполнением по индивидуальному заказу для парка Яуза, город Москва. Программное обеспечение посвящено 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения и знакомит пользователей с историей событий Великой Отечественной войны. Главный экран делится на несколько блоков. Дата и время, погода, логотип музея. Видео, основное меню, стилизованное под клиента. Кликнув на раздел «История формирования дивизий», мы попадаем в текстово-графический блок. В разделе «Лица Ростокинской дивизии» представлен модуль с автоматическим алфавитным указателем. Нажав на букву на экране, отобразится список фамилий, начинающихся на нее. Кликнув на фамилию на экране, открывается карточка, посвященная этому герою, его портрет и биография. В разделе «Меню. Анонс мероприятий» расположены карточки под категории с предстоящими мероприятиями. При клике на карточку открывается новая страница с подробной информацией. При клике на афишу мероприятия открывается новая страница «Календарь предстоящих событий», посвященных увековечиванию памяти дивизий народного ополчения. При клике на дату открывается отдельная страница с подробным описанием о предстоящем событии. Карта сражений реализована благодаря модулю «Живая картина». Живая картина – это отрисованная карта с точками интересов. Экран состоит из двух блоков – условные обозначения и карта. На карте отражены точки интересов, даты событий. При клике на дату открывается подробное описание. Для удобства точки интересов подсвечены цветом. Программное обеспечение Лига Basic – это универсальный инструмент для решения различных задач. Программное обеспечение Лига Basic включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.